Столичные друзья, с вами опять я. И еще одна мыслишечка, еще один поединочек. Это тоже квалификация Лиги Чемпионов. 1/8 квалификации. Лех, поиски против Карабаха. Лех, Карабах, 5 числа в 21:00. Это первый матч. Победитель этой пары в 1/4 будет встречаться с Цюрихом. Цюрих уже ждет своего соперника. А как вы думаете, кто будет? Лех и Карабах? Пишите мысли, друзья, в комментах. На Лех там дают 2:08, на Карабах дают 3:5 на победу. В принципе, я бы здесь не считал бы фаворитом польский клуб. Карабах сейчас показывает хорошую игру. Даже это заметно по товарищеским матчам. Они баташане. Рубинский клуб обыграли 4:0. Они с Хольштайном до 2 сыграли. С Университетом 1:1. И Азобич, Шайдаев, Кэдди, Веджи, они тащут Карабах и забивают регулярно, чуть ли не в каждых матчах. Ладно, друзья, конечно, мне интересно, за кого вы в этом матче, за Лех или за Карабах, пишите в комментах. Ставьте пальчик под этим видео и подписывайтесь на каналчик. А я вам скажу две мысли. Первое, то, что будет забит гол в обоих таймах в этом матче за коэффициент 1.9. И второе, довольно-таки просто, Карабах забьет. Я думаю, Карабах здесь минимум один гол забьет, так что Карабах домой поедет забитым голом. Всего доброго, пока.